Продолжаем наш выпуск. В последнее время в Кормагазинском районе результаты ЕНТ оставляют желать лучшего. В этом году по итогам тестирования общий средний балл в районе составил 55,9%. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 0,9%. Что является причиной этого? Аким района Бибос Шаяхметов провел собрание с участием работников сферы образования, акимами сельских округов и родителями выпускников. Руководитель районного отдела образования доложил о проводимых работах по улучшению качества образования. Директора школ, выпускники которых на тестировании показали низкие результаты, объяснили, почему снизился уровень образования. В этом году показатели результатов единого национального тестирования упали ниже рейтинга. К этому рейтингу стремились все школы. Среди обладателей алтын белгі и аттестата с отличием встречались и те, кто набрал 48 и 51 балл. Подумайте сами, зачем искусственно завышать оценки такими знаниями, которых нет? Такой выпускник завтра пойдет учиться в институт. С такими знаниями он не пойдет далеко. Как бы он ни учился, хоть на 3 или 4, но он должен знать свой уровень знаний и, соответственно, этому оценивать себя и выбирать специальность. Такое собрание должно проводиться в каждом сельском округе с участием родителей, потому что мы должны задуматься об уровне тех знаний, которые получают выпускники в школах.